Приветствую вас, мои дорогие зрители, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня я вам покажу свой, ну, как бы небольшой заказ. Он всего на 50 баллов, 20 позиций, но этот заказ мне принес всего лишь один каталог. То есть я один каталог отдала в одну организацию и получила заказ на 50 баллов. Да, и, кстати, там в заказе есть еще подарок для меня лично за хорошую работу. Сейчас все еще идет акция, когда вы можете приглашать свою команду друзей, родственников или людей из интернета, и за каждого новичка, которого вы пригласите, и он сделает 50 баллов заказ и оплатит его, ну и вы тоже делаете заказ на 50 баллов и оплачиваете, вы получаете один из пяти наборов, которые вам достанутся. Я сейчас покажу все вам поближе, как выглядит мой заказ. Это мои подарки. Один набор, состав набора: парфюмерная вода Giordani Gold Essenza Sensuale и помада тоже из серии Giordani Gold. Приходит номер 417-62. Представляете, как круто получить вот такие продукты абсолютно бесплатно за то, что помогла людям прийти в Oriflame и получить хорошую скидку на продукцию. Далее, мне очень понравилась акция, и я о ней говорю клиентам, по которой мы можем три продукта, а именно вот такие два комплекта у меня, а именно помада новая ультрафикс матовая стойкая помада, тональная основа на выбор, или серия Aqua Boost, или серия Adaptive, то есть какая в зависимости от того, какая кожа у человека. И моя любимая, кстати, тушь для ресниц 5 в 1 из серии The One. Итак, мне заказали туши обе черные, одну помаду 418-02 фуксия и 417-96. Я помаду попробую открыть, если получится. Да, вот это получается. Я хочу посмотреть фуксию. Ну, во-первых, сегодня уже отдам помаду. Сегодня отдам заказы. Ух ты, какая она яркая. Я, честно говоря, думала, что она будет посветлее фуксия. И второй оттенок. Конечно, я попробовать не могу помаду, как вы понимаете. Ее будет пробовать клиентка. Но, по крайней мере, я смотрю, чтобы стержень у помады был целый и крепкий. Ух ты, и вторая. Это Taub. Слушайте, я как раз хотела себе помаду Taub. Хоть сейчас посмотрю ее повнимательнее. Попрошу клиентку накрасить губы, чтобы увидеть ее, как она в оригинале. А тональные основы берут одинаковые, те, которые люблю я, 35-782. Это холодный розовый, очень красивый оттенок, такое живое лицо получается с этой тональной основой. Так, далее по спецпредложению, то есть по вставке из каталога, мне заказали молочник. Молочник, кстати, очень полезная штука в хозяйстве. Давайте посмотрим. Ух ты, у меня, кстати, есть целый набор, но я пока его не доставала. Я жду, когда мне поставят новую кухню, и тогда я достану новую коллекцию. Смотрите, какой красивый фарфоровый молочник с оригинальным таким изысканным рисунком, деликатным. Можно использовать не только как молочник. Подумайте, да, что можно сюда еще положить для того, чтобы поставить на стол и всем было удобно. Это какой-то соус, например, если большая компания собирается, то соус будет смотреться очень-очень оригинально. Ну, конечно, идей может быть много. Кто-то, может быть, даже варенье захочет, да, положить. Ну и здорово, что это приходит в удобной, такой плотной картонной коробке. Так, следующий. Смягчающее средство с эквадорской розой. Смягчающее средство, если вы знаете, оно очень полезное для всех людей, у кого возникает сухость в области губ, локтей, пятки, да, все, что сохнет, все, что нам нужно спасти, реанимировать. Вот такая красивая баночка, но баночку не открываю, пусть ее откроет уже сама клиентка. Так, что здесь интересного? Мы смотрим на упаковке, есть ли такая коробочка, с какого момента нужно использовать. Смотрите-ка, нету. Первый раз такое вижу. Обычно у нас обозначение стоит с момента, как открыли баночку, сколько месяцев для того, чтобы использовать. Вот здесь нет. Вот маленькое замечание. Также со вкладыша крем для лица с экстрактом папайи, 75 миллилитров. Такой вот небольшой крем, но он очень вкусно пахнет, хорошо питает кожу и подойдет всем, кто хочет увлажнения и хорошую базу под тональную основу, потому что на этот крем
отлично ложится тональная основа. Почему знаю? Сама пробовала. У меня дочка любит такой крем, и я его несколько раз уже заказывала. Чудесный продукт — это крем для тела, для рук и тела, Giordani Gold Essence. Большой бочонок, 250 миллилитров, красиво оформлен. И чем мне нравится этот крем? Он парфюмированный, и у нас есть точно такой же аромат Giordani Gold Essence, и можно взять себе, да, такую коллекцию собрать, чтобы от всего тела и от волос исходил одинаковый аромат. Это моя просто прям любимая тема. Далее в заказе зубная паста. По-моему, это защитная как раз зубная паста сейчас по акции. Ну и эта клиентка берет уже не первый раз зубную пасту, потому что ей она нравится, она все время берет разные. Тушь для ресниц, по-моему, это водостойкая формула, хотя здесь не написано. Но это серия Oncolor, очень доступная, я скажу, по цене тушь, и при этом она качественная. Кто ее пробует и кому подходит кисточка, потом ее заказывают постоянно, потому что тушь, действительно, говорят, очень классная. Но мне кисточка не подошла, она для меня слишком какая-то вот лохматенькая. И продолжает тоже коллекцию серия Oncolor, это корректор или консилер для лица, такой темный оттенок, код 39913, для того, чтобы скрыть какие-то неровности кожи, да, что-то там припрятать, воспаленные участки и так далее. Целых три крема для рук, и все разные: авокадо с арникой и с алоэ. Вот, кстати, с алоэ у меня чаще всего заказывают такой крем, он очень популярный, всем нравится, мне кажется, потому что это такой привычное для нас растение, мы знаем о его чудесных целебных свойствах, и алоэ зачастую используют в кремах для рук и для лица, маски разные, да, и просто как оздоровительное качество очень хорошо известно во всем мире. Это все вроде бы заказ небольшой, да, но какой он классный, такой вместительный, емкий. Вот я вам сейчас все это поближе добавлю сюда. Вот всего и оказалось 50 баллов, и вот такое вот завершение. Я вам всем желаю чудесных покупок, активных клиентов. Не стесняйтесь, показывайте каталог, рассказывайте с удовольствием о нашей продукции, особенно о том, что лично вам нравится, потому что люди обычно заказывают то, что уже проверено, то, что уже кто-то попробовал и рекомендует. Поэтому делайте рекомендации с огромным удовольствием. До новых встреч, всего доброго. Да, кстати, видео, если полезное, ставьте вот так лайк. Мне будет очень приятно. Всего доброго, пока-пока.